нашей компании. Мы не сразу начали предлагать томаты на рынок Украины, потому что когда заходит новая семенная компания, ну вы сами знаете, как сложно поменять мнение фермера, ваше мнение в выращивании дрового гибрида. Поэтому если мы бы сразу выбросили много гибридов, было бы очень сложно их продвигать и рекламировать. Поэтому мы начали с огурца, завоевали доверие ваше, и теперь уже по чуть-чуть расширяем наш ассортимент. Поэтому только в конце 2012-го, в начале 2013-го мы начали предлагать помидоры. Если говорить о красном томате весом до 200 грамм, то мы в этом сегменте, у нас работает гибрид Анталия. Про этот гибрид я хотел бы сказать, что это самый продаваемый гибрид компании Юксо. То есть если взять все гибриды компании и все мировые продажи компании, то больше всего продается этот гибрид. Он хорошо растет в Бразилии, хорошо растет в Южной Африке, хорошо растет в Турции и также в Украине. Выровненный плод, очень компактное растение. Поэтому, если вы вдруг пропустили, не увидели этот гибрид в наших теплицах, я вас очень прошу после пленарной части еще раз более внимательно на него посмотреть. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.